Шикарная профилактика онкологических заболеваний. Больше того, вам хочу сказать, новоимин используют при лечении и химиотерапии онкобольных. Очень много-много случаев. В первую очередь онкобольным положено пить до 10 капсул в день. Если вы только начинаете в этот процесс входить, надо распределять 2, 4, 6, 8 до 10 доход. Химиотерапию в обязательном порядке его нужно принимать. Улучшает эффект от химиотерапии в 70 раз, понимаете? А нам, простым, совершенно обыкновенным людям, которых, слава тебе, Господи, миновала вот эта онкология, для нас это профилактика. Почему мы начинаем болеть? Раковые клетки есть у каждого. Но это, знаете, такой механизм, как папилломы. Чуть-чуть стрессанул, запустились в организме проблемы, и они начали развиваться. Что этому препятствует? Надо выводить вообще все токсины из нашего организма, понимаете? А антиоксиданты, новоимин в том числе, делают как раз вот это. Поддерживают вашу иммунку, выводят антиоксиданты. Одна капсула в день, все, красота.